Еврокомиссия рассмотрит обращение членов ЕС, которые просят продлить паспортный контроль на границах своих государств. Такой результат встречи министра внутренних дел с еврокомиссаром по вопросам миграции Димитрисом Аврамополосом. Еврокомиссия выступает категорически против каких-либо пограничных проверок в пределах Шенгенской зоны. Однако власти отдельных стран все-таки считают такую меру неизбежной ввиду необходимости контролировать поток мигрантов и высокой террористической угрозой. Вопросы борьбы с терроризмом для нас очень важны. Вот почему я скажу Еврокомиссии, что Франция желает продлить действие пограничного контроля еще на 6 месяцев. Если мы не проводим проверки, мы не знаем, кто есть кто, поэтому по-прежнему остается высокий потенциал для джихадистов и высокая угроза терроризма. Кроме того, министры уверяют, паспортный контроль – временная мера. Свобода от проверок в шенгенской зоне очень важна, и мы от нее не откажемся. Но в данный момент мы не можем обойтись без проверок. С такими аргументами в Еврокомиссии согласны, однако отмечают, нововведение должно быть согласовано со всеми членами Евросоюза. Паспортный контроль на границах вновь был введен 2 года назад на фоне миграционного кризиса, захлестнувшего Европу, а также терактов с многочисленными жертвами в европейских столицах. Тем временем еще на полгода проверки документов на своих границах уже продлили Германия, Франция, Австрия и Дания. Аналогичную заявку в Еврокомиссию подали Швеция и Норвегия. Потоки беженцев снова могут хлынуть в Европу. Все дело в сокращении бюджета Всемирной продовольственной программы ООН, которая сдерживала этот фактор. Миллионы сирийских беженцев в лагерях в Ливане и Иордании больше не получают запасов продовольствия в достаточных количествах, и поэтому многие из них подаются на другой континент. Именно это стало одним из главных причин миграционного кризиса 2 года назад. В ООН бьют тревогу. На ближайшее полугодие гуманитарной организации не хватает 25 миллионов евро. Для около 420 тысяч беженцев из Сомали и Южного Судана в лагерях Кении, например, это означает голод. По словам спикера программы Аннализы Конте, большинство из них полностью зависят от ежедневных поставок еды. Сдержать потоки нелегалов по этому направлению может лишь то, что их маршрут на север проходит через районы боевых действий. В Германии могут учредить мусульманские праздники. О готовности обсудить этот вопрос заявил глава немецкого министерства внутренних дел Томас де Мезьер. За это его раскритиковали коллеги из разных партий. Официального разрешения на свои праздники мусульмане в Германии требуют еще с 2013 года. Трагедия в небе. В австралийском штате Квинсленд разбились 3 парашютистов. Тела 2 30-летних мужчин и 50-летней женщины обнаружили в городке Мишен-Бич. Один из погибших упал на газон, 2 других повисли на дереве. У нас есть труп здесь и еще 2 позади дома. Естественно, любой инцидент с парашютистами – это печальное зрелище. Это ужасная сцена, которая очень поразила местных жителей. По предварительным данным полиции, мужчина, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом. В результате парашюты не смогли правильно раскрыться. Инцидент произошел в 1,5 километрах от обычного места приземления парашютистов. Стрельба в Швеции. Ранены как минимум 7 человек. Неизвестный открыл огонь по прохожим в центре города Троллиборг. Медики доставили пострадавших в больницы. 2 из них в тяжелом состоянии. Место происшествия оцепили полицейские. Прибыли также эксперты-криминалисты, но преступнику удалось скрыться. Полиция объявила план перехват. Власти Швеции уже заявили, что не рассматривают это нападение как теракт. 4-й случай поножовщины в Берлине с начала недели. Площадь Александерплац упорно завоевывает славу криминогенного района. Очередной кровавый инцидент произошел в четверг вечером. На 22-летнего парня напал с ножом его знакомый 2 годами старше. Причины конфликта пока неизвестны. Представители федеральной полиции арестовали зачинщика поножовщины на месте происшествия. Берлинская площадь Александерплац с начала недели регулярно становится ареной жестоких бесчинств. В понедельник 14-летний подросток в районе Фридрихсфельде из-за ссоры зарезал 16-летнего товарища. Преступник неоднократно ударил жертву ножом. Другой юноша, пытавшийся уладить конфликт, был также ранен, но при этом легко отделался. Во вторник средь бела дня в вагоне поезда на станции Торговый пассаж в ходе вспыхнувшей ссоры между незнакомцами 18-летний парень ударил 14-летнего подростка ножом в руку. В среду вечером на станции метрополитена Нойкёльн был тяжело ранен 30-летний мужчина, а его 18-летний спутник получил менее серьезную травму. В данном случае нападавший до сих пор в бегах.
Французские металлурги вышли на улицы Парижа, протестуют против трудовой реформы президента Эммануэля Макрона. Согласно ей, сократят 120 тысяч бюджетников, повышение им зарплат заморозят, а компенсации по больничным снизят. В забастовке приняли участие и сотрудники Эйфелевой башни, они также считаются работниками металлургического сектора, поэтому достопримечательность закрыта для посетителей. Во вторник против социальной политики власти по всей стране протестовали госслужащие. В Париже протесты обернулись задержаниями и применением против демонстрантов слезоточивых газа. В Пакистане освободили похищенную 5 лет назад семью иностранцев. В результате проведенной спецоперации армия страны отбила у боевиков американку Кейтлан Коулман, ее мужа-канадца Джошуа Бойла и их 2 сыновей. На северо-западе страны военные перехватили машину, в которой террористы перевозили пленных. Семью вертолетом переправили в Исламабад. Сейчас они находятся в американском посольстве. Это чудесно. Это был наш первый разговор за 5 лет. Он держался очень представительно, но я думаю, что они морально очень травмированы. Пару, путешествовавшую по региону в октябре 2012 года, похитила местная группировка Хакани. Ее террористы сотрудничают с Талибаном. На тот момент женщина была беременна, ее дети родились в плену. Боевики пытались обменять Коулман и Бойла на одного из своих командиров, арестованных в Афганистане, а также использовать для давления на правительство Соединенных Штатов и Канады, чтобы предотвратить смертные казни схваченных властями террористов. В Подмосковье снова сгорел торговый центр, на этот раз в городе Чехове. Пожар полностью уничтожил 3000 квадратных метров площади, комплекс магазинов и стоящие за ним склады. Вспыхнуло вечером. Персонал и посетители из помещения срочно эвакуировали. Данных о пострадавших нет. Вспыхнуло, по словам очевидцев, на 2-м этаже, в магазине автозапчастей. Огонь молниеносно распространился на все помещение. Арендаторы торговых площадей шокированы. Все сгорело. От квартала в жилой застройке вспыхнувший торговый центр отделяет только дорога. Также всего в 100 метрах от него находится автозаправка. Однако благодаря усилиям пожарных удалось избежать перекидывания пламени на АЗС и дома. Для локализации возгорания спасателям понадобилось 2 часа. Однако окончательно огонь погасили только к утру. Местные жители нарекают, беды такого масштаба можно было бы избежать, если бы городская пожарная часть была лучше оснащена. На 90-тысячный Чехов станция имеет только 4 пожарные машины. Горело не раз, что-то горит и приезжает пожар. Части с 3-4 районов тушить что-то в Чехове. Это второй крупный пожар в торговых центрах Подмосковья за неделю. В минувшее воскресенье огонь полностью уничтожил еще один комплекс на МКАДе. Новый дипломатический скандал разгорелся между Россией и Соединенными Штатами. В Вашингтоне и Сан-Франциско из зданий, в которых раньше работали российские дипломаты, сняли флаги РФ. Москва обвинила американцев в надругательстве над государственным символом России. Расцениваем произошедшее как надругательство над государственным символом России. Уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала. То таким образом, власти Соединенных Штатов Америки согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами на территории Российской Федерации. Могу в завершении сказать, что российская сторона определится с ответными действиями. В то же время Вашингтон уверяет, что все действия с российскими дипломатическими объектами происходят в рамках международных конвенций. В американском Госдепе заявляют, что с флагами при снятии обращались бережно. В сентябре Соединенные Штаты объявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне. Украина активно приближается к стандартам НАТО. Это призвано продемонстрировать международная выставка «Оружие и безопасность 2017». В Киеве представили свои разработки производители из разных уголков мира. Представители порядка 300 компаний приехали из 15 стран, среди них Германия, Польша, Турция, США. Производители показали образцы техники и вооружения сухопутных войск, экипировку солдат, машины военных медиков и многое другое. Украинский оборонный комплекс начал активно развиваться после начала войны на Донбассе. Получился хороший такой толчок для вообще оборонной промышленности как таковой Украины, причем не только в плане переработки, ремонта, а в первую очередь в плане разработки. Потому что, вы знаете, оборонная промышленность Украины почти ничего не разрабатывала нового до 2014 года. По словам организатора, выставка в том числе должна продемонстрировать готовность Украины соответствовать стандартам НАТО. В последнее время сторонников присоединения государства к этому альянсу в обществе стало существенно больше.
В коллекциях Gucci больше не будет натуральных шуб и пушистых аксессуаров. Итальянский модный дом полностью отказывается от использования меха животных. Его не будет уже в коллекциях весна-лето 2018 года. Гендиректор бренда Марко Бицари говорит, что этот материал больше не актуальный и не модный. Готовые изделия из натурального меха, которые не успеют раскупить до конца года, отдадут на распродажу. Gucci не первый бренд, который выступил с такой инициативой. Искусственному меху уже отдали предпочтение такие марки, как Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Босс и Кельвин Кляйн. Россиянин купил в магазине хлеб с живой мышью. На видео, которое житель Волгоградской области выложил в соцсеть, видно, как он держит в руках нарезной батон в упаковке. Вдруг из булки на свет вылезает мышь и пытается найти выход из пакета. Такой сюрприз покупатель обнаружил уже дома. Скандал мужчина затевать не стал, но в комментарии к видео написал: «Стоит смотреть на то, что берешь с полки супермаркета».